Эти звуки мы не слышали уже больше полугода. Традиционно в мае коммунальщики приступают к покосу травы. Именно к этому времени она уже достаточно большая, расцветают одуванчики. Сейчас все центральные улицы Видного уже привели в порядок. Газонокосильщики продвигаются вглубь микрорайонов. Добавляют забот коммунальщикам жители, нарушающие режим самоизоляции и срывающие ограждения на детских площадках. Также первоочередная задача у нас дезинфекция и огораживание детских площадок. Как вот вы можете наблюдать, ежедневно мы их обматываем, вот ведутся работы. Но, к сожалению, мамы, дети гуляют, все обрывают. Приходится опять выходить, опять обматывать. Дезинфицировать. На данный момент уже закончена санитарная обрезка деревьев и кустарников. Сотрудники дурсервиса приступают к ежегодной борьбе с борщевиком. Параллельно ведутся работы по уборке территорий. Каждую весну происходят массовые уборки после зимы. Убирается намет у бордюров. Окрашиваются тротуары, парапеты, ограждения. Во овраге за домами по улицам Радужная и Бицевский проезд сотрудники дорсервиса провели субботник, в котором приняли участие 20 человек. Мусор, который им удалось собрать, полностью заполнил кузов КамАЗа. Мы работаем с утра уже до обеда и собрали мешков 50 мусора. В основном бытовой мусор. Бытовой, строительный. В городе и поселениях сотрудники дорсервиса продолжают обновлять дорожную разметку, занимаются ямочным ремонтом. Словом, забот хватает. К концу мая, заверяют коммунальщики, основные работы будут завершены. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.